Добрый день, с вами канал Малорама, новости сериала «Зимородок». После выхода серии спустя пару дней сериал «Зимородок» побил все рекорды, и за пару дней 37-я серия сериала «Зимородок» набрала 10 миллионов просмотров на платформе YouTube на официальном канале. Поклонники сериала были рады увидеть наконец-то своих любимых актеров, и что долгожданное воссоединение пары Сиран и Ферита увидели уже в первой серии второго сезона. Сиран и Ферит опять муж и жена, вопреки всем несогласным с этим решением. И Фокат клянется Халицу, что не даст родиться ребенку Сиран и Ферита, опять попытается разрушить их брак, но сама попадет в еще худшую ситуацию. Потому что Халид, чтобы показать, что семья впала в его немилость после свадьбы, которую он не хотел, но пошел на уступки раненому Фериту, приглашает жить в особняк внебрачную дочь Нюкет и своего внука Каю. Ферит сразу не взлюбил нового внука и считает, что память Фуата опорочена из-за того, что Халид попросил занять его место за столом Каю. Халид хочет, чтобы Нюкет взяла на себя права главной по дому. Нюкет в то время понимает, что не хочет подвести отца. Но он их позвал, чтобы только насолить своей семье, и этот факт разбивает ей сердце. Но она обещает сделать все, что от нее потребуется. Ферит будет протестовать против решения дедушки, но сам он пока не в порядке. Левая рука Ферита временно парализована, и на ее восстановление потребуется время. Актер, сыгравший врача Ферита, Ахмед Гюнер, сказал, что у меня есть роль в нескольких эпизодах. Это означает, что рука Ферита заживет максимум в серии 4. И сказал, что появится он в нескольких сериях, чтобы помочь восстановить активность руки Ферита. Дальше нам предстоит увидеть, что приехавшая в особняк внебрачная дочь Халиса обретет статус главной в доме. Она ждет противостояние Нюкеты и Фокат. Нюкет достаточно неплохо знает госпожу и Фокат, ее прошлое и слабые места. Она будет бить точно в цель, и Фокат окажется к этому совершенно не готовой. Сообщается, что Нюкет также известна и о беременности и Фокат, и о том, кто является ее ребенком. Как оказалось, и сама и Фокат знает, что и ребенок жив, его местонахождение и даже его имя. Но вот кто это именно, нам предстоит только узнать. Еще новые спойлеры говорят, что Нюкет и Сиран воссоединятся против и Фокат, и даже Нюкет полюбит Сиран как свою родную дочку спустя время. Совсем недавно все турецкие источники трубили о съемках в городе Мармарис и утверждали, что именно там состоится медовый месяц поженившейся Сиран и Ферита. Теперь же информация обрела иной характер. Сообщается, что съемки в курортном городе Турции займут довольно продолжительное время, а сюжетная линия будет носить исключительно деловой и рабочий характер. То есть главная пара все-таки будет участвовать в данных съемках. Возможно, это будет рабочая поездка Сиран и Ферита, чтобы заключить какой-то выгодный контракт для компании. Ведь, как мы понимаем, зрители вскоре увидят, как Ферит Корхан вместе с поддержкой своей любимой жены Сиран решает бороться и доказывать дедушке, что он достоин наследства больше, чем новые родственники. 38-я серия сериала «Зимородок» выйдет 22 сентября в 20:00 на турецком телеканале Star TV. На этом на все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!